По большому счету, конечно, счет по игре закономерен, но в том плане, что ничья. Конечно, могли и они забить, могли и мы забить. Ну, с таким соперником по такой игре, я думаю, это хорошо вчера сыграли. Как включение новичка в игру произошло вообще и в команду? О, ну это его была первая игра, посмотрим. Ему еще есть время адаптироваться, он всего 3 дня в команде. Думаю, поможет нам. Осталось уже буквально несколько дней тренировочных сборов, потом возвращение в Краснодар и уже такая финальная стадия подготовки к продолжению чемпионата. Какое настроение, какой настрой на чемпионат? Ну, судя по вчерашней игре, сыграли неплохо, можно так сказать, потому что не выиграть, всегда хочется выигрывать, а настроение всегда от результата зависит. Хорошее настроение, 2 недели до начала чемпионата, еще одна игра в запасе, думаю, к чемпионату подойдем в хороших кондициях. Как свое состояние оцениваете? Ну, свое состояние всегда по игре оцениваю. Вот играли на ноль, значит, хорошо.